Лекция на тему дел ФСТ, да, ФБР SWAT Team и обязанности данного отдела. ФБР SWAT Team переводится как команда ФБР SWAT. Это получается специальное боевое подразделение полевого офиса Федерального бюро расследования, которое состоит из обученных агентов. Команды ФБР SWAT могут выполнять задачи различного уровня сложности и риска. Основные задачи отдела – это задержание или уничтожение террористов, освобождение заложников, отслеживание сбежавших из федеральной тюрьмы штата Феникс, охрана высокопоставленных лиц, штурм зданий, предотвращение террористических актов, выполнение таких операций, которые обычно... Охрана высокопоставленных лиц, штурм зданий, предотвращение террористических актов, выполнение таких операций, которые обычным командам SWAT не по силам, штурм зданий наркобаронов, крупномасштабные контртеррористические операции, устранение угрозы применения ядерных бомб, химических оружия, ОМП и так далее. Тесное сотрудничество с другими отделами ФБР. Вопросы есть по лекции? Отсутствует. Чё? Нет. На этом лекция окончена.